закончили. Пойдем. Сколько только игре я поставил? 11 из 10, говорит. Ведьмак в мире не ведьмака. Расцвело. Сегодня твой последний день в качестве изгоя. У тебя есть время, чтобы подготовиться к испытанию. Когда отправишься в сердце матери, я буду ждать тебя на тропе. Я усвоила последний урок. Это не последний урок. Но чтобы сражаться за что-то, в это надо верить всем сердцем. Надеюсь, ты найдешь, во что верить. Я пойду с тобой к хижине. Я сейчас иду не туда. Другие дела. Да? Какие? Когда придет время, я буду ждать. Тогда увижу тебя там. Увидишь. И девка симпатичная, какие-то щеки здоровые. Хомячок такой. То есть у нее тело с лицом не... Ну, смотрите. Она такая худенькая, и такие щеки здоровые. Такая пухлая. Не знаю, да. А тут такие, ну, руки худенькие, трицуха немножко видно. И такой... Такой блинчик. Так, ладно. Куда мне надо идти-то? Задание. Поговорите с Растом в сердце матери. 400 метров. Похуярили. Подожди, там еще сзади что-то было, нет? Нет, нет, не было. А, ну вот костер. Не понимаю, какие костры, блядь, отмечены, какие нет вроде. Или ты вообще, если рядом с костром оказываешься, ну, даже если он не загорается, типа, может туда переместиться. То есть любая зеленая хуйня, значит, ты там уже был, и это отмечено. Надо понять просто, что я отметил, что нет. А, мне туда надо бежать. Опа-на! Стоп. Сочное мясо. Ну чё, все равно они пригодятся, все это говно пригодится. Чё мимо-то пробегать? Будем убивать их? Нет, это не Мулгор. Пора. Ты готова? Да. Да. Привет, как игра? Вроде. Отлично. Мне нравится. Все громче, чем ну, все понятно, все ясно. То есть зашел, блядь, тут же Final Fantasy, там, а ебать прокачки. Ёб, сколько там шматья, я не хотел разбираться, пока ушел. Скоро все станет привычным, как дома. Ну, не знаю. Поэтому, я думаю, в ближайшее время эту игру будем проходить. Поможет. До конца. Скорее еще всего. Вопросы? Сердце матери. Скажи, что меня ждет внутри? Там будут люди, праздник, танцы. Столько людей ты никогда не видела. Ни одна деревня не сравнится с этой. Это обитель высших матриархов. Центр жизни племени. Высших матриархов. Земли. Высшие. Погоди. Ты ее полюбишь. Как я.
когда был среди них. А они меня точно примут? Я же говорил, ребенок-изгнанник может пройти инициацию. Их сложные правила. И кто выдержит, тот будет принят в стан воинов. Я помню. Не все так строго следуют закону, как ты. Верь мне, Элой. Племя знает о твоем праве. Последние наставления будут? Нет. Ты усвоила все уроки диких краев. Меня учил ты, а не дикие края. И вряд ли лук и копье сильно мне там помогут. Луком и копьем ты добудешь то, в чем так нуждалась все эти годы. Ответы. Я готова. Теперь увидимся дома? Меня там не будет, Элой. Вот. Вот, возьми. На память. Ты как будто решил попрощаться навсегда. Нет. Нет. Твое место среди них. А я всегда буду изгоем. Но я же сказала, я все продумала. Я буду приходить тайком. Это я буду нарушать закон, не ты. Ты говорить со мной не будешь. Это привязанность ко мне обуза для тебя. Я хочу, чтобы ты стала частью племени. Ты больше не должна жить одна, Элой. Я была не одна. Ради тебя я ухожу туда, где ты меня не найдешь. Прощаемся. Скатертью дорога, блядь. Вот это мразь. Не, ну, я тебя найду. Нет. Нет. Смарт. Я умею читать следы. Куда блядь, бы ты ни пошел, я тебя найду. Не в этот раз. И как? В этот. И в любой другой. Ты его еще увидишь. Ну и пошел ты. Да. Не, можно прям, наверное, вообще реально мразью играть. Но я не любитель такого. Я даже когда Сватор проходил, у меня все там синяя полоска зашкаливала. Ну и всякий Mass Effect и так далее. А, Куатор. Котор. Сначала инициация, а потом я пойду по его следу. Поворачивай назад. Или сдохни. Выбирай. Расступитесь в сторону! Воины, расступитесь, пропустите ее! Сердце матери открыто тебе, дитя мое. Пойдем! Большинство Нора не так грубы, как эти дурни. Вы Тирса? А кто же еще? Ну кто потом будет стоять на охране? Я ждала этого дня очень долго, Элой. Правда? О, да. Но я должна ненадолго тебя покинуть. Нужно позаботиться и о других чужаках. Что за бабка? Она дала, ну как бы, посвящение было, когда она мелкая еще была. Помогла сделать. Нора не любит Карха. Карха? Но это моя проблема. Мы с тобой еще поговорим, а пока наслаждайся праздником. О, впереди тебя поджидает старый друг. Ему не терпится тебя увидеть. Но я тут никого не знаю. Это ты ему скажи. А, которого спасли? Мы еще поговорим. Да хранит тебя богиня. Что происходит? Ладно, не буду. А можно я тоже постучу? Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Че, веселитесь? Все пьете и пьете. Все пьете и пьете. Ладно, ясно, мне никто не реагирует, я понял.
Это что такое? Взаимодействовать. А, погреться? Элой! Блять. Это ведь ты? Подойди. Ты ведь Элой, да? А он вообще вырос? Прошло лет 10. Друг, про которого мне говорила Тирса? Мы не знакомы. Вижу, ты меня не узнаешь. Что ж, это было давно. Он вообще 10. Оба-на, Dead End is back. Спасибо тебе за подписку. Ничего себе, три новых саба у нас. Я Тэп. Ты спасла меня от стада машин, когда была... Как я предугадал, подписка, что аж остановил игру. Ты сказал спасибо. Я не забыл тебя. Надеялся вновь тебя увидеть. И присутствовать. Вдруг придешь на инициацию. О, да. Как видишь, охотника из меня не вышло. Я в племени работаю швецом. Делаю одежду и доспехи. Знаешь, Элой, я подготовил костюм специально для тебя. Вдруг понравится. Сколько ты хочешь? Сколько? Ничего. Считай, я тебе жизнь спас, а ты мне сраный костюм. Ну, ясненько, ясненько. Что у нее еще есть? О, сундук мне нужен. У всех коробка есть какая-то модная. А где статы? Эффекты 25. А, это невидимость. А в чем прикол? Он же ничего не дает. Ну ладно, давай. Надеть одежду, да. Надо что-нибудь ему продать, может быть. Ее нельзя продать. Модификация. Значит, когда-то с нас сорвут одежду, опять дадут одежду изгоя. Так, мне надо то, что прям чисто можно продать. Купля-продажа, продажа за металлический. Слышишься, плетка. Ну это все может пригодиться для крафта, наверное, пока не будем. Прекрасно сидит. Спасибо, Тэп. Ну, у тебя еще один СВЧ есть. Никогда такого не было. Ну, а теперь есть. Этот костюм защитит тебя лучше, чем твой прежний. У всякой одежды свои преимущества. Так что приходится выбирать. Ладно, не буду тебя задерживать. Иди тогда к дому матриархов, если тебе нужна Тирса. Дом ты сразу узнаешь. Большой такой, деревянный, снаружи злобная толпа. Тирса говорила про посланников из другого племени. Да. Да, она прямо на улице переоделась. Ну почему нет? Нашу священную землю впервые за годы. Будут швыряться помидорами, а то и камнями. Надеюсь, что не копьями. Дикари пиздец. Будь готова. Может, что произойдет с нами, если вдруг мир вайпнется. Просто какой-то пиздец. О, цыганки местные. О, неплохо. Вообще пиздец. Мне помочь? Нельзя уже чужую крысу завести. Великая мать, ты можешь простить. Ебать. Ну-ка, слезай! Живо! Слушайте, запоминайте. Ты целый ждешь, да? Вы будете повторять мои слова, как... Не надо, не хочу это слушать. Вначале Великая мать родила все же. Элой, иди сюда. О, ты здесь. Карст, что ты тут делаешь? Тихо. Мы с тобой не знакомы. Мне же нельзя торговать с изгоями. Ты часом не забыла? Как я могла? И как мило, что ты со мной говоришь. Ну, не надо так. Ты же знаешь, я буду завтра за тебя болеть.
и полюбуюсь на их рожи после твоей победы. Конечно, выживу. Если тебе что-то Лул. Еще нужно из припасов, я выручен в Барнауле. Как можно не выжить? Зачем ты сюда явился? В сердце матери? Думала, ты сюда не ходишь. Человек не может все время пить в одиночестве. Честно говоря, мне иногда не хватает общения. Вот, признался. Уж не суди строго. Не буду, если сделаешь скидку. Да ты совсем... Я шучу, Карст. Рада встрече. Давай без этого. Назад не принимай. Да, я же говорю, Рас аль Гуль. Твоя вина. Проща Карха. Это вообще какая-то модная, да? Тебе не проща, взять, взять стихийный бомб с большой радиостью поражения. Лучше всего он подходит для того, что если цель стихийный услабить, предусмотреть, что так может быть модифицировано. Причем она редкая, да? Что еще есть? Купить. Одежда. Бесшумный охотник. Нет. О, еще! Еще эти коробки. Нормально. Ведь я не знаю, может взять, у нас, по-моему, прощи нету. Почему нет? Она вроде какая-то мощная. Бомба, удобство 42, две модификации. Можно, конечно, и лук взять. Боевой еще какой-то. Но я не вижу, какой у нас. А, у нас 80, то есть у нас модный лук. 30. Ну давай, у нас есть лук Карха, это еще возьмем. Бум. Ну ладно, мне пора. Удачи тебе завтра, Элой. Обучение не мед. Уровень 8. А где это обучение делается? А, это типа оно... Понятненько. То есть его надо там выполнять. Далеко. То есть оно типа оружие покупаешь, скоро открывается обучение. Инициацию. Но прежде воздадим честь гостям. Уже 2 года держится мир между нами и Кадха. Пришла пора наладить торговлю с Меридианом. Так, начинается сюжет. Прибыли к нам для укрепления мира. Чуть не похоже. Мир. Какой мир? Выражение благодарности написано рукой короля солнца Авмада. Его светозарность. Не кидайтесь вы! Люди Нора, подождите! Я Азирам, не Карха. Так что скажу прямо. Прежний король солнца был редко мерзой. Правда? Этот изверг угонял людей из моего племени так же, как из вашего. Мою родную сестру угнали. Я ненавидел Карха. Но 13-й король убит. Уж 2 года как. Кто его убил? 14-й. Да. И не потому, что рвался к власти, а потому, что кто-то должен был положить конец этим злодействам. Да! Послание, которое привез бедный жрец, это извинение. Из уст 14-го короля. Пожалуйста. Ну дайте ему сказать. Ну да, отлично, нормально, отлично звучит. Я не хотел кидать. Выражение благодарности, написанное рукой короля солнца Аббада, его светозарности 14-го монарха. Он обнаружил неизвестное устройство? Это что такое? В этот славный миг. На нем визор. Такой же, как у меня. Я впервые встречаю кого-то, у кого есть визор. Где ты его взял? Что? Откуда? У тебя это устройство. Это невозможно. Ваше племя боится древних руин. До смерти. С чего ты взял, что я боюсь? Ну, видимо, нет. Раз шаришься в руинах Железного мира.
Что с тобой? Извини. Просто сбой. Олин, уже с местными знакомишься? Я сейчас приду. Стой! Нет, все потом. Идти надо. Оу, похмелье у него сильнее, чем я думал. Эй, у тебя такая же побрякушка, как у Олина. С каких пор они вошли в моду? Его зовут Олин? Кто он? И где он взял такую штуку? Да он обычный собиратель. Просто со связями. Ищет артефакты, а потом пропивает их. Блядь. Или проигрывает. Сидорович. А побрякушка? Ну, откопал Сидорыч, ее. Сидорыч. А потом нацепил это старье на голову. Нет, сделай мне пару заданий. Тебе она идет. Я первый раз вижу такие доспехи. Ты не видела броню авангарда? Сейчас познакомлю. Кольцевые замки, ударопрочные, настолько, что пилозуб подавится. Авангард — это лучшие воины Короля Солнца. Мы все душегубы и победители машин. Даже воительницу племени Нора можем завалить, если что. С таким грузом железа на плечах? Вряд ли. Да, как сказать. На мой взгляд, мы с тобой друг друга стоим. Твоего друга чуть не закидали гнилыми фруктами, но ты всех угомонил. Ну да, сам этому удивился. Нора до сих пор... Раз у них есть гнилые фрукты, значит, у них вроде все нормально, да? Живут, радуются. Я еще хочу спросить. Пожалуйста. Но, может, лучше мы с тобой поговорим после этого вашего благословения? Если у Карха такая мрачная история, почему ты им служишь? Старый король был настоящий изверг, а новый хочет мира. Что-то я сомневаюсь. И Карха не только воины, они и строители. Тот же Меридиан. Рядом с ним любой город, просто груда камней и палок. Я никогда не слышала про красные набеги. Что это? Твое племя воевало, и ты даже не слышала. Ты что, в пещере жила? Родители совсем из дома не выпускали. Я росла изгоем. Со мной не общались. Да, у Нора есть такой обычай. По-моему, это жестоко. Но ты ведь знаешь про помешательство машин, что они с каждым годом все опаснее. Безумный король решил принести много кровавых жертв, чтобы солнце усмирило машины. Не помогло. В поисках жертв Карха делали набеги на соседей и уводили людей, как мою сестру. Нора храбро сражались. Нет, на улице лают. Погибли многие. Ебать! Ты сказал, машины с каждым годом становятся опаснее. Да, ты без меня... Мне интересно, что тут происходит. Впервые слышу. О, извини, я просто думал, все это знают. Говорят, еще лет 15-20 назад машины не были такими злобными, как сейчас. При виде охотника они пугались и убегали. Так что охота была делом трудным, но не опасным. Если только не лезть им под ноги, конечно. А потом началось это помешательство, и все изменилось. Стоило охотнику упустить стрелу, и машина сама на него бросалась. Еще через пару лет машины начали атаковать сами. Путешествовать стало очень опасно. И больше того, начали появляться новые виды машин. Большие, свирепые и вооруженные. Ясно, апгрейд. Как пилозуб? Да, 10 лет назад он. Но через каждые пару лет объявляется новая тварь, еще страшнее. Как это происходит? Так из-за чего это все? Никто не знает. А машина тебе не расскажет. Расскажи, блядь! Гапри, так что... А потом сто еще и больше там. Как? Да, так... никто не... А Меридиан большой? Какой он? С чего начать? Мои соплеменники – мастера кузнечного дела. Лучшие оружейники в мире. Но по части строительства, тут нам с Карха не сравнится.
Город парит над каньоном. Мостов там больше, чем именно ебаться. А дома высотой с гору. А на другом конце долины шпиль, как вознесенный в небо клинок, сияющий на солнце. Ты должна сама это увидеть. Считай это вызовом. Или приглашением. Твою сестру забрали и принесли в жертву. Это ужасно. Забрали, да. Но дальше она им устроила. Мою Эрзу не так просто прирезать. Она сбежала. И теперь она мой капитан. Капитан всего авангарда. Сам король солнца восхищается. Как она спаслась? Это целая история, но долго рассказывать. Может, в другой раз за стаканчиком? Или приходи в Меридиан, познакомишься с нею. Вы с ней поладите. Вы обе дамы... прямые. А дальше? Чем все кончилось? Сын безумного короля объединил повстанцев Карха и азирамских вольных бойцов. И мы совершили невозможное. Захватили Меридиан и убили короля. Теперь правит его сын, и жить стало намного лучше. Ават навсегда отменил рабство и жертвоприношение. Теперь племена в Меридиане рады всем гостям. Даже изгоем Нора. Тебе надо там побывать. Кто такие Азирам? Это мое племя. Мы живем на северо-западе. Хорошо умеем три вещи. Делать старик, рэп, варить ебаться. Брагу и спорить. А кто такие эти вольные? Можно сказать, мы были наемниками. Воевали за деньги. Но все-таки кому попало, не продавались. Ават не смог бы победить отца, если бы не наша помощь. А теперь некоторые из нас служат в его личном авангарде. Я хочу тебя спросить кое о чем. Спрашивай. Расскажи мне об Олине. Он такой интересный. Я начинаю ревновать. Я прошел вчера ходячий. Ну, он шарит по руинам, выкапывает старье и сбывает его знати. Ориентируется неплохо. Вот поэтому он и возглавляет нашу экспедицию. Ты вообще Шеймус какой-то из рестлинга. Мы знакомы пару лет. Он верный товарищ, любит семью, с ним можно выпить. Он мне по душе. А больше и сказать нечего. Мне пора на благословение. Да. Слушай, может, мне не стоит это говорить, но я вижу, тебе не место в этом захолустье. Ты же умная. Ты хороший боец, ну и вообще... Как ты вообще понял все это? Посмотри на себя. 10 минут пообщались. Ты знаешь, о чем. Будешь в Меридиане, разыщи меня. Все расскажу, представлю, кому надо. Что? Что? Сможешь начать новую жизнь. В общем, мне тоже пора на благословение. Ну, еще увидимся, да? Тебе не пора на благословение? Давай потом. Так, ладно, благословение. Сколько я? Сколько мы уже карты открыли? Видали, сколько мы открыли уже карты? Сука, не грузится. Вот. Из одного вот этого и еще впереди два полуострова. Блять, не мешайся мне. Элой, становись вон туда, дитя. Молитвенный фонарь твой. Я его сделала. Святотатство. Сестры. Дети мои, перед каждым из вас молитвенный фонарь, сделанный вашей матерью. Зажгите его. Всех расхуярю, блядь. Помолиться за мать, помолиться за себя. За себя! В честь меня. Того, чего я добилась. Ну на раз-то похуй, мать скоро умрет. Как бы. Ну вот эта, которая там была.
Смысл за ним молиться? Мать, а я еще могу что-то. Это что чувство это? Мне же играть столько времени, тут 40 часов. Ясно, ясно. Вы просто потратили бы молитву в никуда просто. Просто бы в никуда. Говорите с Олином. Блять. Это вот этот вот чувачок. Ну, Олин. Знаешь мое имя? А, Рен сказал. Объясни, почему ты так странно себя вел? Это все праздник. Не люблю шумные сборища. Пойду лучше прилягу. Отвечай на мои вопросы. Ладно, не кипятись ты. Мне скрывать нечего. Впервые встречаю кого-то с визором. Где ты его нашел? В руинах, к северу от жилы. Так мы называем земли озером. Их земли просто набиты железом. Стальные гиганты, погребенные в рыхлой почве. Пещеры, которые предтечи пробили в скалах. Заманчиво. Я нашла свой визор в такой же пещере. В руинах предтеч. Раз сама шаришься, и так все знаешь. Там и ищи свои ответы. Я при чем? Когда мы говорили, ты вздрогнул. Как будто от боли. Или от страха. Визор что-то показал? Ничего он не показывал. Я же сказал. Просто сбой. Часто случается. Блять, мне не нравится, пиздец. У меня не случалось, а визор у меня с детства. Твой лучше сохранился. В этой земле полно реликвий. И то, что вы боитесь пошариться в своих руинах... Нора верит, что руины прокляты. Но вот я так не думаю. Знание — это проклятие. Тут я согласен. Что ты здесь делаешь? Зачем пришел к Нора? Эренду нужен был разведчик, а заодно собутыльник. Вот и все. Чтобы наш жрец не потерялся. Когда все кончится, снова займусь своими руинами. Буду шарить там детали и продавать свои находки. Ты исследователь? Я обычный человек. Всем надо как-то кормиться. Я вот состою на службе при королевском дворе. И все. Я не понимаю. Мы столько можем обсудить, а ты спешишь от меня отвязаться. Я просто не хочу тратить на тебя. Ох, время. Ох. Друзей мне хватает. Ох. Я привык. Вот это ЧСВ, блядь. Я всего лишь за себя помолился. Раз то пиздец, матери тоже. Что такого-то? Ты иди. Наслаждайся праздником. Я тебе, блядь, еще на свое копье насажу. Не трать свое время впустую. Пиздюк. Ладно, пошли. Я каждый день возношу молитвы Великой Матери. Да, я тоже возношу кое-что. С утра особенно. Изгои, пусть тебе приснится победа. Только во сне такое и может быть. Я не понимаю, тут, блядь, все деревни с комментаторов Лентача, что они такие агрессивные? А, так тут люди спят. А то при виде тебя подумала, тут выгребная яма. Ты? Тебя не должно быть! Так-так. Смотрите, кого к нам занесло. Явилась безродная. У тебя до сих пор шрам от камня, который я в тебя кинул. Хороший сувенир на память. Ну правда, там злые какие-то комментаторы, блядь. Даже хорошие. Даже фотографии National Geographic, блядь, обосрали. Ну что с людьми не так? Что у них, блядь, за злость? За что?
Ты же не знала слов благословения. Слушай, чувак, тебе пиздец! Молитвы не слышат. Игра года. Язык прикусила. Смотрите, давай пообщаемся с тобой, сука. Одеться, как нора. Свинья в медвежьей шкуре. С тобой у нас дружбы не выйдет. Да никто не станет водить дружбу с изгоем. В сердце матери тебе делать нечего. А уж на инициации тем более. У тебя на глазу хуйня какая-то. Мне тебя жаль. Блять. Ну, мне тебя жаль, это скорее. Ну, блять, не жизненно. Ну... Ты напуган. Уже чуешь? Сам понял, что проиграешь. Я всю жизнь готовился к инициации. Я тебя не боюсь. РКО, блять, тут нет приема РКО, нет таланта. С радостью. Когда так кричишь. Я помню день, когда подарил тебе этот шрам. Так это было приятно. Да. Весь мир из комментаторов. У тебя из руки пиздец, какие все злые. Но вот об этом ты наверняка никому не рассказываешь. Я наградил тебя позорным клеймом. Ты только сделал меня сильнее. Подожди. Сам увидишь. Ну да. Скучно с тобой. Все, Баст пошел спать. Он еще с тобой в третьем лице как? Говорит, как Рок. Не ты. Враг, Сейд. Вот бы удивил. Все, нахуй, Питер. Я тебя нахуй разъебашу. Поговорите с Валой. Нет, не это спать. Где? Вал. Хорошо, ты ему выдала. Теперь он заткнется. По крайней мере, до утра. Кажется, мы не знакомы. Я Элой. Да я знаю, кто ты. Соперница. Остальные-то, конечно, пройдут. Ну, как-то. Но победить можем только Баст, ты и я. Вала. Приятно познакомиться. И да, я намерена победить. Никогда не Баста пошел спать и сраться с немагией. Ее! Обидели мою мамку, я вам шрам подарю. Я ложусь спать. Надо же все-таки набраться сил, чтобы завтра тебя уделать. Твоя койка вон та. Ясно. Надеюсь, сверху. Не лезь ко мне. Я хочу отдохнуть. Поприставай лучше к Басту, ладно? Я не хочу никого приставать. Вы не в моем вкусе, в юбке. Надо спать. Нет, ребят, не так делается. Тебе в сердце, мать. Если вы не можете довольно? Придумать рифм, просто поставляйте хуй там. Хуй баст, например. Баст, баст, хуй баст. Знаете, смешно же. Такой уровень юмора не Федова. Слишком мягко, да. Удобство и развлечения. Вот что. Удобство это неплохо. Удобство для слабых. Ты как моя мама. Если не понравится, ты всегда можешь уйти. Ну а пока отдыхай. Нет, я не для них растил, пошли они нахер. Какие-то чмыри. О, цыганки. Музыка тут еще годная, конечно. Она ее мать, что-то не похож. Привет, Толеранкс. Ой, четвертый новый саб на сегодня. Баркалс, спасибо тебе за подписку. И тут цыганки, в сабе цыганки, везде цыганки. Спасибо большое за поддержку синглачей. Чувак. Воины, приготовьтесь. Что делать? Мне сделать, чтобы от тебя избавиться? По тебе забраться можно, у тебя сетка. Что делать? Ну,
все, что ли? Нихуя себе! Извлеките трофейную деталь. Твой трофей, изгой! Придется раздобыть новый! Ах вы суки! Куда бежать ты будешь? А извлеките вторую деталь? Тера-тера-тера, что-то хп у меня маловато. Главное дойти до конца. Все дошли, кроме изгоя. Где она? Она была за мной. А я думал, дойдет. Ты последняя. Можешь уже не спешить. Победит Баст или Вала, но воином ты станешь, если дойдешь. О, стой! Это старая тропа. Двое недавно погибли. Там опасно. Там мне лучше пихать. Быть последней, чем мертвой. Воу-воу-воу-воу! Ты что, чокнутая? Убьешься ли? Дальше не будет легче! Это же верная смерть! Назад хватит. Пути нет! Остановись! Ну давай! Быстрее! Шевелись! Вперед! Вперед! На старой тропе? Она свихнулась? Хорошо, я их догоняю. Да блять, ну ты прыгай, ну что ж такая тупая? Давай, все. Это будет непросто. Я не то нажал. Я нажал R1, а не треугольник. Блять! Ну почему он не заходит на этот дерево? Он заходит. Тут и собирается это дерево сраное. Давай, спуститься по веревке. Вовчу! Мне нравится Леракс, хороший друг. Тара-тара-тара-тара. Хуёво готовь.
Я думал, допрыгну. Я думал, она допрыгнет. Блять, опять что ли? Ну давай. Вперед! Вперед! Вперед, блядь! Извини, раз, ты меня зря готовил. Давай, давай, давай. Я готовилась к этому с самого детства. Этого недостаточно. Все должно быть идеально. Ой, аккуратно. Я помню, это место на него молилось. Это грата, гранат. Нельзя, чтобы они... Сосать! Она не победила! Она жульничала! Изгой стал победителем? Нет. Она не изгой, а воин. Ты смогла? Как и вы все. Осталось возложить трофеи на алтарь. Но Элой, прежде изгнанная, а теперь воин, стала среди Зерко... вас... О, нет. Привет, давай дружи! Что это? Что за... Ебать! Это что за хуй? Элой! Ведите огонь, пока наши не подойдут! А, сектанты, ясно. Надо уходить! Там выход! Но под огнем не добраться! Мертвые не стреляют. Отвлеки их, а я подберусь. Баст! Баст! Ты с нами? Я с вами! Пошли! Давай! Смерть захватчикам! Траву подобрать. Их много! Там конец! Тихо! А ну возвращайся в бой! Тихо! Убить светотатцев! Сумка для ресурсов забита. Забита ресурсы! Вперед! Быстрее бегите к тросу! Убейте всех! Никакой им пощады! Держитесь рядом. Так, подождите, всегда есть время скрафтить сумку. А, не хватает, не хватает! Сука, но у меня есть сундуки. Вместимость. Что мне там хватает? Не, не хватает. Боеприпасы. Предметы, ресурсы, боеприпасы. А что прикол-то? А, ну вот здесь вот. Так, что еще можно? Зелье. Целебное зелье. И навыки еще есть. Атака снизу. Вот это, кстати, прикольно. Так, она говоря. Давайте вот это вкачаем. Вроде угарно. Так, все, погнали. Все. Ах ты, блядь!
В колено, блядь! Я думал, я умею сверху типа прыгать, я же вручил, нет? О нет, берегитесь! Их все больше! Сколько? Мяна! Тихо-тихо-тихо. Сейчас травку сожру. Да, блять. Их много. Ебать! Я не в ту сторону. Я не в ту сторону прыгну. Надо бы в сторону удара прыгнуть. Блять, ну я сейчас в них попаду, короче. О нет, берегитесь! Их все больше! Сколько их? Заебись, вот это удары. Вот это проща. Суки! Подождите, дайте выпить. Сейчас, сейчас, сука. Ну сейчас. Как тупой кончается. Чё мудак снял? Ох, ё... Ох, ты пидор, на. Мы не сильны. Не отобьёмся. Ух ты, блин. Не охуенно. Да я все пил. Зелья сразу на верхнюю кнопку появляются. Я же все выпил. На гребне. На гребне волны. Берегитесь. Их все больше. Сколько их? Я не знаю. Сколько их? Чё, чё, сюда. Да ж, сука! Кого? Я попал! Я попал! Да идите нахуй, я попал! Пидор. На. На. Я попал по нему! Убейте их! Убейте их! Они сильны! Блять, а чё вы-то мне не помогаете? Слышь, ты там, Барст или кто-то там? Их много! Наконец! На! Пиздец! На! Бля, я думал, походу, прям в голову. Трава? Трава? Ну чё, лукарь, давай, дуэлька, дуэлька, дуэлька. Ханзо. Изи. Изи. Да,
Давайте, спускайтесь, пока можно. Нихуя себе, у него автомат? Вернись! Тут есть автоматы? Ебать! Это что за безумный Макс? Нет, завалили вал! Его завалили тоже! Сейчас рыжа сдохнет! А ну-ка, вперед! Надо блутать валу! Ее! Так, ладно. Как он, блядь, жив? Пиздец, что за чувак? А, это главарь какой-то. Пей, пей, жри. Ебать. Ебать. Орудие истребителя. Пиздец. Я сильная женщина. Это пиздец какой-то. Не надо. Обрати свой лик к солнцу. Кто? О, Сапарик, спасибо за подписку. Спасибо, Сапарик. Раст! Раст! Кукс, только не вздумай шутить, сука. Раст! Он же спасет нас. Нет, по-моему, пиздец. Как Тигран, ну я бы взял, ребят. Если вы из Барнула, можете вот в магазине взять, где мне дали эту игру. Клейдей и Красноармейск. Они просто сегодня все разобрали. Было куча дисков, все купили. Я аж не ожидал такого интереса к этой игре. Поэтому если брать там диск, дисковое издание, то только в понедельник. Пиздец сразу. У меня вот такая вот. Сожгите все, исполните долг. Повинуюсь. То есть она, получается, он за ней следил. Не помолился за... Ой, не надо, а, не помолился. Нормально все. Ни разу мы не за раз то играем. У меня чуть-чуть шею вспорол, смотрю. Ну как ты? Нет. Выживи. Нет, раз, не надо, нет. Нет. Нет, Библтумп, нет, раз, нет. Если мама зайдёт в комнату, это она не я. Она умирает. Тут
туда нельзя! Это кощунство! Она должна быть рядом с матерью. Выбраться. Где мой визор? Нет. А, 200 убийств, убийств. Блять, я что, не полутаю, что ли? Опыт, опыт, опыт. А, вообще ничего нельзя даже тыкать здесь, заебись. Почему тут никого нет? Что происходит? Моя одежда, хорошо. Но где мой визор? А, вот он. Что? Я внутри священной горы? Но... сюда же пускают только матриархов. Я не вижу тут своего лука и поврежденного визора, который сняла с того убийцы. Где они? Тут что-то молится. Я поймала какой-то сигнал. Вот он. И остальные мои вещи. Не перевели. Не перевели. Что значит бау? Что за бау? Все понятно. Минус бал. Что за поклон у меня был в руках? Что это? Ебать. Всем командирам приостановить раскопки и проследовать цели. Избегайте контактов с дикарями Нора. Если вас заметят, убейте свидетелей. Вот изображение цели. Не подведите. Что я боюсь. Меня видели через визор Олина. Как это возможно? Тогда быстрее. Я иду. Проводится опознание. Слушать теперь надо не Деда, а меня. Это ясно? А это откуда? И кто? Это мать? Ты моя мать? Меня хотят убить, потому что я похожа. Элой, ты очнулась. Так это вы? Скорее, идем со мной. Куда? Туда, где ты родилась, Элой. Я родилась здесь.
здесь, внутри горы? Проще будет показать. Нет, не надо мне показывать, я не хочу. Подожди, стой. А тут закрыто все, да? Хм, интересно, почему? Зачем я здесь? Мы думали, ты умираешь. Умереть возле матери — великая милость. Лензера была, конечно, против, но Джеза меня поддержала. Моя мать здесь? Можно еще в прыжке я стрелять. Вижу. Мне трудно. Прикольно. Просто идем со мной. ПС, мне все нормально вообще. Она вообще идеально мать, идет. Как я, только с короткими волосами? Нет, ты заблуждаешься. Тебя родила не женщина, Элой. Твоя мать сама гора. Я... Что? О чем вы говорите? The rock is cooking! Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Hippie summer! И Райка, спасибо за 13, спасибо большое, 13 лет вместе. Великий зал. Здесь мать сразила железного беса и родила тебя. Что? Элой, побоище на инициации стало лишь первым несчастьем. Что, блядь? Воины, которые пошли за убийцами, попали в засаду и в плен. Какая связь с тем, где я родилась? Я надеюсь... Дремая. Здесь мы тебя нашли. Мы услышали плач. Пришли, а ты лежишь. Я лежала здесь? Да. То есть я родилась за дверью? Именно в это я всегда и верила, что ты явилась из утробы горы. Что ты дар от богини-матери. Но другие, как Лензер, считали, что ты порождение темных сил. Не дар, а проклятие. Но это не богиня. Элой! Это дверь. За ней есть люди. Моя мать. Проводится опознание. Глаз богини. Что, блядь? Ошибка. Альфа-реестр поврежден. Невозможно подтвердить личность. Нет. В доступе отказано. Нет, нет. Сорян, не особенная. Пожалуйста. Элой. С тобой говорила богиня. Она тебя знает. Вы не слушали? Она меня не узнала. Это из-за порчи. Богиня мне так сказала. Если ты снимешь эту порчу, она сможет тебя разглядеть. И как мне это сделать? У тебя были видения. Женщина с короткими волосами. Меня хотели убить из-за сходства с ней. Их сила слишком велика. Но, может, есть другой след? Олин, это один из чужаков на церемонии. Убийцы увидели меня его глазами. Он из Меридиана. Тебе надо покинуть священную землю. Я всю жизнь была в изгнании. Мне не привыкать. Есть другой путь. Идем.
Сейчас увидишь. Как тебе игра? Да, я бы все-таки взял. Ну, машины, люди, что поделать. Так как бы интересно задумка. Конечно, не просто, о, блядь, приди ко мне в деревню, убей волколаков. И убей еще каких-нибудь пидорасов, чтобы доказать, что ты достоин и так далее. Интересный РПГ, интересный сеттинг. Машины, первобытные люди. Такое, как бы. И теперь 1000 лет прошло после эры мимосов, поэтому... И молить Великую Мать о милости. Вместо того, чтобы самим искать спасение. Якобы я не играю, я не собираюсь дропать, типа, мы дойдем ее. Просто это много времени займет. Я думаю, завтра как проснусь, если дел особо не будет, если без меня все справится, то я прям запущу с самого утра. И пойду херачить. Нас ждут высшие матриархи. Я сама с ними поговорю. В пятницу я уже поеду в Новосибирск. Там встречу устроим. Я думаю, совместно будет стрим по Гвинту с Леной. Вот. У нас выходные, не знаю, как получится. Она знает? Знает. Я показала. Сестры, богиня говорила с Элой. Она велела ей снять порчу. Но как она это сделает? Ей придется отправиться в странствие. Искатель? Так сказала богиня, значит, так надо. Избрать искателем — это отродье! Сестра! Не спорила! Лена Самко, косплеер. Хоть сейчас. Можешь загуглить. Это будет ваш грех, не мой. Отправьте ее на поиски и пусть не возвращается. Ну, YouTube, конечно, залью. Привет, YouTube. Привет, YouTube. Если ты досмотрел до этого, можешь написать комментарий. Вещами милостью богини мы провозглашаем тебя искателем племени Нора. Теперь ничто не помешает тебе исполнить свой долг. Да хранит и оберегает тебя Великая Мать. В добрый путь. У меня такие забавные конопушки на щеках. Подготовлю все для песнопения. Мы надеемся на тебя. А что значит искатель? Это ты. А это твоя метка. Я думал, матка уже. Матриарх, мамки, матери. Достойного воина, который отправится на великий подвиг. И не важно, как далеко ему придется уйти. Даже за пределы священной земли? Да. И ты сможешь вернуться, достигнув цели. Или когда будет нужно. Я могу идти, куда хочу? Без ограничений? Даже в запретные места, в грязные земли, укрытые от взора богини. В Парнаум, что ли? Или руины железного мира. Ясно. Почему земли, куда не ходят Нора, зовут грязными? Это не ясно. Наша земля священна. Сходки не будет? Думаю, будет что-то. Можно будет устроить какой-нибудь барчик в центре. Мы живем под присмотром матери всего сущего. А за пределами лежит грешная земля или земля падших. Вот почему нам запрещено уходить отсюда. Но благословение искателя тебя защитит. Почему нельзя ходить к руинам Железного мира? Это скверные места, Элой. Страшные, грешные. Как и дети железа, их построившие. Когда они восстали против Великой Матери, ее гнев снес их города, но не смыл их греха. Над руинами витает их древняя злоба, пятная всякого, кто дерзнет туда войти. Да, я тоже мимику заметил, что... Я была в таком месте. Это тебе не ведьмак. Ты такое же, как гора. Не может быть. Мэр Барнул, у нас сидит мэр, его посадили недавно. Мне просто не дано этого понять. У нас мэр, его сын сидит. А были еще искатели? Были, но немного. И большинство из них так и не вернулись назад. Раст был искателем?
Нет, не искателем. Что вы от меня скрываете? Сейчас не время, Элой. Может, в другой раз. Столько людей пострадало. Может, я могу чем-то помочь? Сейчас главное — исполнить то, что предначертано тебе Великой Матерью. Я понятия не имею, что мне предначертано. Может, обмазываться. Так выясни это. Впрочем, если ты сколько контента впереди. Что часть твоей задачи — помочь племени, так и поступи. В объятиях найдется много людей, кому нужна помощь. Так племя отправило воинов на поиски убийц. Да. Но их ожидала засада. Немногие спаслись. Почти все они ранены. Где убийцы, знаете? Нет. Но спроси Варла. Это воин, который охранял врата объятий. Он вырвался из засады. Он может знать. Что вы сделали с телом, Раста? К несчастью, от него... Не надо все, не говорите мне. Но что нашли, мы похоронили там, где он тебя вырастил. И цветы посадили. Спасибо. Такая реакция. Наверное, мне пора. Отсюда отправляйся к вратам объятий. Поговори с Варлом. Он укажет путь до Меридиана. Если кто-то из Нора будет тебе мешать, дай им понять, что... Не знаю по поводу нового мэра, без понятия, не слежу. Дороги говно, спасибо, поэтому мэру наступай. Спасибо за все. Пусть хранит тебя великая как... мать, дитя. Как мне Фанки сказал, говорю, у них челябинские. У нас, говорит, как бы дороги пиздаты, ну хорошие, хорошие дороги. И, типа, хорошие дороги, хороший мэр. Сегодня мы будем замаливать грехи, которыми навлекли на себя эту беду. Так, с новым вождем надо поговорить. Речи. Вон та девчонка. Она все-таки выжила. Я всех расхуярила, я не изгой. Говори со мной. Услышит наши слова. Она многих спасла. Повезло нам с ней. Не, у нас вообще дорог практически нет, блядь. Только Ленин и Красноармейский более-менее. Все остальное расхуярено. И светофоры в центре города постоянно ломаются. И, блядь, постоянно какая-то хуйня. Так, новая зона, костер. Элой! Нет, не этот костер. Элой! А. Элой! Да я не изгой уже, блядь, я уже воин. Охуели, что ли? Откройте врата. С какой стати я должен слушаться всяких изгоев? Меня выбрали искателем. Открывайте. Тебя? Искателем? Тирса и Джеза ополоумели? Сперва допустили безродную до святого обряда, а потом даже притащили внутрь священной горы. Они навлекли на нас проклятие, и теперь наши дети в каменных курганах. А где был ты, когда этих детей убивали? Когда гибли воины? Сторожил тут врата? Я вождь Нора, а это дозор матери. Верховные матриархи избрали меня искателем. Открой врата, не то мне придется пролить твою... Именно. Чем быстрее ты уберешься, тем лучше. Что это? Они мутируют. Или подчиняют, что? Оружие!
Где твой пулемет? Пиздец. Что за беду ты навлекла, теперь безродная? Беги! Беги! Войны, приготовьтесь! Сегодня мы сразимся с проклятием! С демоном! Великая мать, дай нам сил! Блять. Я не понимаю, а как мне можно... Вот у меня, например, есть... А, вот и навыки есть. Бум. Очки 3. Ну, пока подождем. Я хочу просто понять, как это работает. Защита от огня, от электричества, рукопашных атак. Давай атак. Еще здесь модификация. Подожди, дай я скрафчу. Вот где мне вот? Вот куда мне надо поставить, чтобы вот эту зелье сделать? Что мне надо сделать? Носители данных. Тут бестиарий, да? Падальщик, жвачник, бегун, гнилозуб. Еще что-то падает с них, видите? Так-то до хера. Скажите еще. Коллекция предметов. Степень прохождения. 10%. Заебись. Вот он. Так. Я хочу понять, как мне предметы перетащить. Сундуки, кстати, можно открыть. В атаку! Осторожно! Бегуны взбесились! Шо? Так, тихо. Странно, я не могу ничего соском выбрать, что пить, что есть. Очень странно. Войны, приготовьтесь. Сегодня мы сразимся с проклятием. Ладно, потом все сделаю. Дай нам сил. Вот, видите, низ типа, трава всегда останется. Ага, все понятно. Не вот это надо. Припасы кончились. Ебать! Охуеть! Так.
Мне надо скрафтить. Я без боеприпасов нихера не сделаю.